Начнем выпуск с информации по резонансному ДТП, которое произошло в районе Факела 4 апреля. Водитель иномарки не справился с управлением, протаранил сугроб 4 припаркованных автомобиля. В следующем материале кадры очевидцев и предварительные данные по аварии. Шокирующие кадры с камер видеонаблюдения. Легковушка буквально взлетает с дороги и, приземляясь, таранит несколько машин. Все случилось около 5 часов вечера в воскресенье. В социальных сетях водителя «Хонды» уже окрестили горе-пилотом. Летим отсюда. Тут взлетаем. Перелетаем в «Сузуки». Вот эту первую. Перелетаем. В Nissan приземляемся, Hyundai, в него улетает осколки. Комментатор этого видео юморит. Впрочем, ситуация страшная. В ДТП чудом никто не пострадал. По версии следствия, водитель превысил скоростной режим, не справился с управлением и, перелетев в сугроб, перевернулся. В момент опрокидывания нарушитель совершил наезд на 4 припаркованных автомобиля. Основной удар пришелся на Nissan и Hyundai. Что это было? Я сам не понял. Я, короче, открываю глаза. Я в эту кучу лечу, короче. Я то ли вырубил. Я вот здесь, короче, вижу эту кучу, не понял. Я проехал с мост. Причины, по которым водитель «Хонды» не понял и не помнит, как случилась авария, сейчас выясняют следователи. После ДТП нарушителя увезли на медицинское освидетельствование. По тем моментам, которые на нас возложены при рассмотрении административного материала, в том числе ДТП, когда мы проводим свидетельство на месте, по данным приборов, он трезвый. Но все-таки неадекватность поведения данного водителя как-то смущает нас, и все-таки мы его направили на медицинское освидетельствование. Пока результатов нет. В окружной госавтоинспекции в очередной раз напоминают участникам дорожного движения о необходимости соблюдения установленного правилами скоростного режима. В межсезонье в связи с перепадом температур от минусовых к плюсовым на дорогах может образовываться гололед. Поэтому будьте предельно внимательны за рулем. Ведь вы несете ответственность не только за себя, но и за жизнь и здоровье окружающих вас людей. Напомним, на прошлой неделе в Ненецком округе произошло 2 ДТП со смертельным исходом. Алина Волчейская, Владислав Носкин, телеканал «Север».